Учить. Сейчас. Ага. Есть кто-то с другой стороны, чтобы слышно, не слышно? Были Дегаков и Тютюнник, может быть, они уже особо... Ну вот микрофон прыгает, значит. Ну это не факт. А он там включен? Сейчас? Давайте я предположу, что это он. Нет, он не подключился, он обманулся, как всегда. Тогда я все-таки Деваков. Ну, наличие здесь сука не битая, это уже не отвечаю. Давайте я еще раз это сделаю. Сейчас я подключу. Да. Извини, да. А что вот спасибо. Из другого. Уже из Гегеля могу сказать, Гегель, который я тоже сейчас не смотрел, на уколон. И там он сказал, вот упирает, что вот и с исторической точки зрения что-то там прибавляется. Вот, с исторической точки зрения в начале человечества, естественным образом, знало только положительные числа. Потом оно узнало через торговлю, там, через долги отрицательные числа. А ноль оказался самым поздним числом для понимания математика и конгрея здесь наоборот. Все с нуля начинается, а все остальное строится. И это куда более естественный путь, не такой вот всего мешал. Значит, вот сечение Дедекинда, это нам всем известно. Размеение рациональных чисел, как из рациональных чисел строится все действительные числа. Значит, разбивается на два множества все рациональные числа, причем они не пустые. А и H не пустые множества. Такие, что их объединение дает пион, значит, пересечение дает пустое множество. И самое главное, что любой элемент из А круга меньше, чем любой элемент из H. Вот... Прошу прощения, в твоем рассказе непонятно, как выбираются вот эти два подмножества. Нет. Есть куб, так. Оно может разбить там, на... Его можно разбить на разные, на разные, но в частности можно разбить и на такие, которые удовлетворяют. Но главное здесь, что оба эти множества не пустые. Mm-hmm. А конвей говорит, что нет, можно допустить, что не пустые. Это первое такое. Более, поскольку множество рациональных чисел бесконечно, то... Погоди, ты целых брал, папочка. А, рационально. То и А, и А', они бесконечные числа. Бесконечные числа. Множество бесконечных. Множество бесконечных чисел. А Конвей говорит, можно конечные. Это две инновации, которые был Конвей, и которые так вот сильно проработали. Значит, вот идет у него первая дедукция.
если мы рассмотрим, какое это множество чисел, L чисел, и назовем, что они лежат влево, а буква R – это какое-то число чисел, лежащее справа, то вот такой вид будет называться, если тут числа, то это будет число в одном только случае. Если. Виноват. Слева и справа означает меньше и больше. Нет. Нет. Просто слева и справа. Слева и справа. Сейчас тут покидаем. Значит, ни один элемент, вот как по-английски лучше, no element, no x, вот давайте так напишем, l сразу. Это элемент, типичный элемент из множества L. А ни один вот такой элемент не больше либо равен x, r любому элементу L. Вот единственное условие числа. Ни один x, l не больше равен, чем любой из L. Чем любой. Вот, там еще пишет no x. Не больше, чем какой-нибудь x. И вот это и есть определенное число. Это и есть вот та дедукция, общее правило. Оно совершенно не обосновано. Потому... Нет. Значит, числа все те же рациональные, и порядок вот задан тот же. Нет, теперь... Да и вообще ничего. Подарки числа. Так давай... что значит больше и равно? Порядок есть? Значит, пока ничего. Пока ничего. Нет ни чисел, ни порядка. Есть дедуктивная форма, что если L и R числа, предполагается, что у них будет такой порядок, если это число. И если с левого класса ни один элемент не больше его равен любого элемента с правого класса, то это будет число. И каждое число имеет такой элемент. Он даже попроще записывает, x равняется, вот он только типичный элемент, еще, и вот левый и правый элемент. Вот такие числа. И в чем дедукция? В чем тут? Потому что здесь ничего не приведет. Мы не знаем ни одного числа, например. Мы вычеркиваем себя, что мы знаем там нули, там отрицательные, рациональные, действительно, ничего не. Мы знаем только, что вот есть некое такое определение конвейера, что вот такие объекты, удовлетворяющие тому, называются числами. И как строится? Строится очень просто. Тут, конечно, предположение, что мы имеем дело с множеством, то есть с совокупностью, которая имеет элемент. И он рассматривает простейший случай, когда L равняется R и равняется пустому множеству. И получает в таком виде, называет это нулем. Вот. Это нечто, которое справа ничего нет и слева ничего нет. И показывает, что это число. Значит, берутся множество абстрактных элементов. Предположение, что да, это числа нет, и нет. Есть вот этот порядок, тогда да, вот это условие. Если мы взяли пустое множество, то проверить вот это условие. Проверишь это число. Он задает вопрос. Is it a number? Ответ, yes, it is. Почему? Потому что выполняются эти условия. Нету ни одного элемента, потому что никого, ничего. Да, понятно. Которое было бы больше... Элементы тоже вторгли, потому что вот эти все 0, L, 0, R не существуют. Не существуют. Значит, так что теперь это, что же получается, что это вот некое число. Но еще нету больше и меньше по-настоящему. Единственное больше и меньше, он задает вопрос, 0 больше либо равен 0 или нет? И проверяешь, что это действительно так. Почему? А, я забыл, что он сказал. Все-таки он
помимо этой Дедукиной формулы, он определяет, что такое x больше либо равняется y. Это он дает дефиницию. Еще, если число. Значит, это не один ноут yn не больше либо равен другому ноу x. Значит, аналогично дедекиндовым сечением. То, да, да, но в дедекиндовом сечении нет пустых вещей. А тут вот, оказывается, давайте посмотрим. Значит, если, ну, поскольку x n отсутствует и y n отсутствует, понимаете? Извините, надо это, то это выполняет. Выполняет. Значит, такая может. Более того, тут сразу он дает определение, что такое x равняется y. Это тогда и только тогда, когда x больше либо равно y, и y больше либо равно x. Это определение. Определение, да. Значит, мы пока имеем больше либо равно только для нуля. Но очевидно, что 0, ну, меньше либо равно, это то же самое, что поворачивается, что второе больше, чем равно. Ну, если вот это свойство при наличии. Ну как? Инверсия. Это 0 и это 0, да? Мы, значит, еще главное, когда определение x больше либо равно y, тогда и только тогда, когда, вернее так, меньше либо равно y, когда y больше либо равно y. Вот так еще. Просто последнее для понимания. Когда было написано больше или равно, а отношение меньше или равно инверсному не существовало. Нет, оно пишется так. Меньше либо равно, это тогда, когда второе больше либо равно. Все, принято. Получается, что в этом случае единственное, что 0 равняется 0. 0 равняется 0. Естественно. Значит, во-первых, и вот это верно, потому что больше либо равно, это либо одно, либо другое. Так что равенство появляется уже из этого, что появилось первое из этой дедуктивной такой формулы. То, что это число появилось, у нас вот как бы есть начало. Но это почти очевидно. Ну, такие несложные такие рассуждения из определений вытекают. Так что это самый простой такой случай, когда мы имеем одно число 0 и то, что 0 равняется 0. Дальше рассуждения такие. Какие могут быть еще случаи? У нас только лишь есть множество из нуля и пустое множество. И пустое множество. Четыре возможности. Четыре возможности. Возможности такие. Значит, либо число пустое, оно уже у нас есть, поэтому не годится. Либо ноль и пустое множество. Либо пустое множество и ноль. И либо ноль и ноль. Последнее отбрасывает. Почему? Потому что нет такого слева элемента, которое было бы больше либо равняется тому, чего, чтобы левый элемент не был больше либо равняется правому. Сейчас. Нет, погоди, чуть. Значит, это не число. Не число. Из двух множеств, состоящих из множества 1, 0 и множество пустое, мы строим новое множество. Новые числа. Строим новые числа. Множество дают новые числа по правилу этого конвейера. Значит, слева пусто, справа пусто. Уже разобрали, как это есть число. Дальше. Слева число 0, справа пусто. Слева пусто, справа число. Здесь число. Число и слева, и справа.
это не число конвейера. Почему? Потому что каждый компонент типичный какой 0 должен быть не больше либо равным правым. А он равен. Он равен, поэтому это не число. Не число. И остаются вот такие определяющиеся. Сейчас принесу. Остается только два таких возможности. Две возможности. Он называет первую возможность единицей. 0, 1, 0, пусто. А второй минус единицей. Пусто 0. Кстати, есть еще дедуктивные формулы, потому что которые, видите, я так затыкился только на определение нуля. Но надо же ввести еще, что сумма 0 плюс 0 будет 0, проверить. 0 умножить на 0 будет 0. И еще, более того, и еще бы эти процедуры ввести. Да, ввести. Значит, ну, он... Юрий Дорофеевич, извини, может быть, мы где-то чуть-чуть ускоримся, потому что уже 25 минут. Да, да, да. Своих результатов не дойдешь. Вот, сейчас. Сумма определяется таким образом. Нужно любой левый прибавить к второму числу, к первому числу прибавить любой левый y, это будет левый флаг, а правый аналогично, значит, правый аналогично. Значит, что же там? XR плюс Y и X плюс YR. Вот такие. И тут показывает, что 0 является, тоже действие есть, 0 плюс 0 будет 0. Я вот эту дедукцию хочу сказать. Вот здесь начинает, конечно, называется конвейерская индукция. Она заключается в том, такая мысль, что определить сумму двух чисел можно через более легкую задачу. Считая, что для x, для компонента, мы уже знаем. Но мы знаем, но как бы наполовину знаем, понимаете? Мы можем это число прибавить к одному слогарифму. И здесь вот каждый по одному слогарифму. И это действительно начинает работать, потому что мы легко проверяем по этой формуле. Ну, если еще я сейчас не буду терять время его, то минус все-таки надо. Что такое минус x? Минус x у него минус x меняется местами минус xn. Вот так. Пишется так, что определяется вот такое любое число. И доказывается, что минус 0 равняется 0, 0 плюс 0 равняется 0, 0 умноженное на 0, здесь формула у меня тоже замечательная, есть 0. Более того, для любого числа x, x умноженное на 0, есть 0. Чуть-чуть посложнее, но все равно это за счет простого аргумента, что нет вот таких чисел. А разве нет таких чисел, то чего-то, чего нет, ни с чем не складывается. Не складывается. Поэтому здесь везде будут возникать такие вещи. Но если появляется вот ноль, то везде, в смысле единица, если появляется, она имеет ноль. Здесь будет ноль плюс что-то, и останется вот это y. Останется y. Тут останется x. Не, ну, короче говоря, и все. Так определенное сложение не зависит от представителей, а для любого представителя будет. И вот дальше еще проверяется то, что, во-первых, минус единица строго меньше нуля,
строго меньше единиц. Теперь, а что значит, ну, мы имеем равенство? Что значит, если больше, например, x, что такое x больше y? Это значит, что x больше или равно y, но y не меньше, давайте так отвечу, y не больше, считаем. Ну, остается только, значит, больше не может быть, только одно равенство. Вот так определяется строгое неравенство. А дальше, вот что получается? Получается, что способ построения чисел похож на вот, как это называется, диодические рациональные числа, деление ответа пополам. Дальше возникает ситуация, и как он называет, что вот 0 – это был нулевой день рождения, минус 1 и 1 – это первый день рождения. Число при ординарном числе 1 называется one of day one. Что в третьем? А в третьем рассматривается числа между нулем, минус единица и плюс единица. Какие там числа могут быть? Это значит, есть у нас, значит, минус 1, значит, меньше, что будет, 3, минус 3 вторых, минус, нет, не 3 вторых, а сколько? Ну, либо 3 четверти, либо 1 вторая. Сейчас, по четверти, даже 1, минус 1 меньше. Это 3 четвертых, это 2 четвертых или 1 вторая, 1 вторая больше нуля. И 0 меньше минус 3 четвертых и меньше минус 1 вторая. Вот на второй день рождения и еще появляется, больше не появляется, появляется вот такое число, значит, 0, 1, и пустое множество. Это 2. Тут еще между единицей и пустым множеством, значит, появляется двойка. Значит, вот теперь у нас получается, вот такие числа рождаются. Минус 2. Минус 2. На второй день рождения. И выписывается очень просто. Вот это двойка, значит, слева стоит эти. Что будет там? 3, 1 вторая. 1 вторая, значит, это будет между 1 вторая, между нулем и единицей. Между нулем и единицей. Единица уже есть, 0 есть. Появилось сейчас. Между нулем и единицей. Вообще говоря, у нас либо ничего нет, либо мы можем построить нет, много раз. Это определение. Это видит определение 1 вторая. Хорошо. Проверяйте, что 1 вторая плюс 1 вторая. Теперь между двойкой и единицей будет 3 четвертых. Где-то, значит. Я думаю, нет, мы осознали. И третий пункт и так далее до бесконечности, чтобы считать бесконечность. И он говорит такое, что эти числа легко обозначаются. Для любого альфа кардинала все числа, день рождения которых меньше, либо равен альфа. Извини, пока что были 0, потом 1, строились 2, 1, 2 и прочее. Альфа откуда появился? Альфа это уже любое число. 1, 2, 3, 4. Стоп. Значит, построили все числа. Еще. Ну вот по индукции построили. По индукции, по трансфинитной индукции, по
ординалов, которые из теории множеств известны. Больше... Конвейер построили все, что получается. Да. Альфа – это один из них. Нет. Это альфа – это известный уже. Значит, 0, 1, 2, так далее, n, и так далее, следующий – омега, омега плюс 1, это из теории множеств, и так далее, это так называемые ординальные числа. Которые... То есть, погоди, мы построили числа Конвея, и у нас еще есть ординальные числа. Да, есть ординальные числа, которые он прибегает. Да, хорошо, понял. И он строит это по индукции трансфинитной по всем парам. И все числа, которые, ну, вот, в данном случае, я уже рассказал, двойки, мы построили того, сколько, 1 плюс 3, еще числа. Теперь. Это все, у которых день рождения либо альфа, либо бета. Старые числа он называет это такие числа, день рождения которых строго меньше. А новые числа, он называет следующим образом. Это n альфа. Вычесть все старые. И легко видно, сразу это видно, что вот эти все старые числа, если в них взять обобщенные сечения Дедекинда, разбить на два числа, сумма которых равняется этим старым, они дают новые числа, у которых день рождения как раз точности альфа. Так можно, если очень вольно, то, строя свои числа по индукции, потом беря ординальные числа из теории множеств и привлекая конструкцию Дедекиндова сечения, он получает вот это. Да. То есть вот все компоненты, но, которые ему нужны, в этом я правильно понял, да? Но, дело все в том, что тут... Ну, Дедекиндово сечение, он тоже среди ординалов. Да, хорошо, понял, понятно. Вот, да. И еще раз. Тем самым он процедуру вроде Дедекиндово сечения распространяет на более широкий класс. Да. Так называемые числа Конвея теперь включают в себя все. И те, и другие, и третьи, какие угодно. Еще точка. Все натуральные появляются вот там на нулевом, первом и так далее, и так далее. У него есть определение, что такое ординал. Ординал альфа. Это есть такое множество. Любое L и пустое. Вот интересно. Любое L и пустое. Где L — это что? Тоже что как это число. Угу. Ну, что это число. В частности, если мы возьмем вот это множество, это тоже ординал, да? Но если мы выбросим и только поставим один, то это тоже будет ординал, но тоже будет двух. Вот тут очень интересный такой момент. Ты знаешь, видимо, тонкости пока. Тонкости очень простые. Оказывается, в данной конструкции, если мы возьмем x большой и добавим в левую часть xr, где xl, xf было x, маленькое число. Если мы добавим любое число, которое, ну, значит, не превосходит, что y не больше либо равен x, то в этом случае x большой будет равняться x маленькому. Можно слева прибавлять все, что не больше самого числа и компонентов. Поэтому он делает очень интересное замечание, что не надо путать форму числа от самого числа. Вот двойка имела форму 0,1, имеет форму 1, пустое множество, это тоже двойка. И таких записей
огромное количество. Например, 0 это пусто-пусто, но это и минус 1 пусто. Это плюс 1 пусто. Минус 1, плюс 1. Посередине стоит число. И это говорит об очень тонком понимании. Что такое число на самом деле, никто из математиков не знает. Потому что числа знают по их представлению, по их формам. Ну, десятичную систему знают, двоичную систему, там вот пи выражается. Все так гордятся, что там столько-то знаков нужно знать после запятой. Никто не представляет, что после всех этих запятой еще есть знаки чисел конвея. Ну, короче говоря, сейчас я продемонстрирую, что происходит. Что происходит? Значит, в момент день рождения альфа, омега, не только действительные числа возникают. Если омега 9. Получается, что? Что внизу у нас стоят вот эти пирамиды, все диодические рациональные числа. Это дроби, знаменатели которых степень двойки. Так что получается, что одна треть это не двоичное рациональное число. Оно рождается на в омега-1. То есть рациональные числа, они эту тройку включают, и пополнение их будет действительное число. Здесь же действительное число есть пополнение диодических дробей. Диодических дробей. И в частности, имеет одна треть такое выражение. Слева и справа разные диодические дроби стоят. Как бы назову, предел, вот, обычный предел, наш классический предел, вот эти диодические дроби будет 1/5. Да? Но там возникают, понятно, и такие числа, как омега. Омега это что? Это 0, 1 и так далее, и пустой минус. Все натуральные числа слева стоят. И тут пустое множество, это будет омега. Значит, омега рождается, значит, число омега рождается. Конвейн придумал такую формулу, значит, деление, очень сложно. Год выделение. Единица на омега, это не что иное, как ноль, а тут, значит, единица, одна вторая, одна четвертая. И так далее, единица на 2 в степени n. Эти числа уже есть, двоичные рациональные числа. Между ними и нулем возникает единица на 1 на 1. То есть это все-таки не 0. Или 0 это форма, а не число. Нет, что значит не 0? 0 это число. Оно является типичным левым компонентом. Омега возникает между. Единица разделить на омега, это будет между нулем и всеми числами. Ну, на самом деле, сюда можно добавить и все остальные. Я запишу так, что 0 строго меньше, чем единица разделить на омега. И тут покажу некую инновацию. Это не 0. Да. Это не 0. Да. Значит, это будет меньше, чем единица. Единица на 2, единица на 3. И так далее, единица на 4, и так далее, единица на 5, и так далее. Вот что... Множество чисел, полное богаче. Значит, меньше любого числа, не хорошая запись, n для любого n, больше нуля. Вот эта единица на омега будет меньше, значит, между нулем и ноль. И мы знаем, что единица на n, наше обычное число, стремится к нулю. Да. Так вот, это сильное допущение. Вот 0, давайте мы там масштаб увеличим. Вот единица разделить
единицы разделить на один. Да? А вот, вот где-то тут есть единица разделить на n, единица разделить на n минус 1, единица разделить на n плюс 1. Они все становятся справа. Так вот, предел мы стягиваем вот эти все числа, считаем, что мы их не знаем, у нас только 10 числа есть, и предел вот этой последовательности будет 0. И уничтожаем огромное количество маленьких чисел. Они называются маленькими, потому что все, что больше, чего, значит, если у нас есть 0, меньше единицы, меньше двойки и так далее, все это меньше n и так далее. Вот что открытие огромнейшее. По Кантеру за всеми натуральными числами следующее ординальное число – это омега. И вот вот анализ, что если я стремиться к бесконечности, то вот, ну, появляется такая бесконечность. Это все финцы. Потому что появляется омега, которое бесконечное число, оно намного дальше, если геометрию такую придумать, всех вот этих чисел. И конвей может разделить омегу пополам. Каким образом? Если это прямая, да? Вот последняя омега. Вот здесь будет. Значит, получится еще число 2 разделить на омегу. Где оно будет? Слева или справа? Сейчас. Точно. Видишь? Значит, получается так, что я вначале никак не ухватил. Как можно вот после этого, давайте мы напишем пока. Это оно называется так. Единица разделить на бесконечность омегу. Это не число, а это тот символ, который мы пользуемся в батанализе. Бесконечность такая. Это вот никакое натуральное число не превосходит, и действительно число положительно не превосходит вот этого символа. А этот символ меньше массы таких чисел, которые есть. Какие это числа? И очень просто. Дело все в том, что есть же то число, иное число. Омега минус 0 будет омега. Вот там слева. Дальше. Омега минус 1 это будет такое число. Смотрите, какое. 0, 1 и так далее. И так далее. Значит, омега. Между омегой и вот этим множеством чисел. Значит, тут получается омега минус 1. Аналогично, если вы прибавите сюда еще, напишите омега минус 1, то получится омега минус 2. Вопрос. Но число омега он бы взял от Дедекинда и от Пантера. Нет, он показал, что его омега совпадает с омегой Дедекинда и Канта. Более того, там есть своя арифметика, есть так называемые нормальные сложения и умножения, и с тем, с той арифметикой совпадает. Его такие формулы совершенно другие совпадают с тем, так что это естественное число. И посмотрите, теперь очень понятно. Извини, а тогда какие из общепринятых, ну скажем так, терминов не вполне корректны с точки зрения комбы? Ну вот предел, ну, нам казалось, что все чисто, все хорошо. Оказывается, не все чисто, не все хорошо. Не все чисто. Он принципиально сказал под пределом, что, собственно, я поправил в своей статье. Но сейчас посмотрите, как это ловко делается. Вот если взять и вычесть, то получится, что от омега вы отошли вот на такое расстояние, вот на такое, если условно. И здесь отошли. А если взять его конструкцию как середину, так вот в середине будет омега пополам. Формально это я понимаю. Размножилось в каком-то смысле бесконечно. Еще раз. Самое главное, что любая уменьшающая бесконечность больше, чем все эти.
на вещественных числах была построена замечательная теория под названием дифференциальное и интегральное исчисление. Ну, топология лежала там в начале. Либо топология, либо расстояние, либо что-то такое. А здесь что-то подобное, ты вводишь топологию, и аналог вот этого исчисления, как думаешь, можно будет? Да, с течением времени можно. Дело. Значит, еще раз вот. Если вот так продолжить еще, если из этого числа вычитать единицу, как еще получится? Вот есть от нуля до омега пополам. Омега пополам минус единица. Нет, нет. Омега пополам минус единица. Омега пополам минус два. А, да. И так далее. Вот вы... в середине что? Нет. Омега на 4. Омега на 4. Ну, не лежит ли в основании этой конструкции трюк, связанный с двоичным исчислением? Я же говорю, деление. Теперь, а если мы проделаем счетное число, тогда мы получим другую последовательность. Омега, значит, что там? Омега пополам, омега на 4 и так далее, и так далее. И рассмотрим между этим и этой последовательностью. Знаете, что получается? Единицу разделить на корень квадратный замер. У Конвея есть свое определение, а омегу можно возводить в любую степень. В любую степень. Значит, если будете дальше двигать, будет корень четвертой степени. Где-то между ними корень третьей степени. Ну, короче говоря, и так не до бесконечности, а так вечно. Вы будете делить вот этот отрезок после того, что мы называли там бесконечным, как это особо называет, дурная бесконечность или потенциальная. Дурная. Да? Он называет дурная. Ну, дурная бесконечность. Дурная не дурная, но она определяет вечные изобретения новых и новых чисел. Конвей ограничивается так называемыми классами. Это фон Нейман запретил очень большие множества рассматривать как элементы. Но это искусственное запрещение. На самом деле здесь открывается вечное уменьшение. То есть вот омега единица разделить на альфа, где альфа любое ординальное число. И вообще, любые абсолютно числа, которые, ну, конфинальны будут. Множество всех конфинальных чисел. И получается, что вот эта граница, которую мы называли там, тут мы называли просто бесконечность. Понимаете, если так, я обратную величину взял. Старая бесконечность. Старая бесконечность. Значит, вот это меньше бесконечность, плюс бесконечность. Поскольку бесконечность не число, определяется так, что для любого числа найдется такое n, чтобы n будет больше этого числа, этот процесс называется плюс бесконечность. На самом деле ничего подобного нет. И вот первый метод показалось, я вначале не понимал этого и сделал даже ошибку. Что же получается? Если мы возьмем единицу разделить на омега и все дрожжи, ну, давайте свои обозначения, то здесь появится число, которое равно 2 разделить на 1. По-другому омега плюс омега. Нет, единица на омега плюс единица на омега. Если между этим и этим числом будет 4 разделить на 1. 4 разделить на омега. Поэтому это будет вот такая. Мы можем... Это число будет даже меньше, чем вот это 4 разделить на омега. 4 разделить на омега. Потому что, ну, это же больше, чем единица на омега. 4 омега больше, чем это. Спрашивается, что это будет, если это бесконечность?
возьмите 2 разделительного вектора, 4 разделительного вектора. Вы сейчас понимаете, что мы только что делали? Омега разделить на 2, омега разделить на 4, оно как бы стремилось как бы, к единице разделить на корень. Так что здесь будет единица разделить на корень из омега, который, конечно, больше каждого омега. И мы прибавляем единица разделить на, например, там, на корень четвертой степени от омега. Это еще будет больше, чем омега. То есть получается, сколько бы мы ни вкладывали в это маленькое число, мы никогда не выйдем в область наших таблиц. То есть это получается такая яма. Вот в этой области, чисел Кривея, бесконечно мало, его их там называют инфинитизм, числа, которые... Буквально бесконечно мало. Это... Инфинитизмал – это только числа. А у нас бесконечно малые функции. Это единица разделить на n – это функции. Это совершенно разные вещи. Это процесс, а там число. Единственное омега – это число. Это число. И ну, вот первое, что возникло. Возникло то, что вот если действительно числа описывают в нашем физическом пространстве, мы знаем, модели там все. Да, это разные вещи. Природа и числа – это все-таки разные совершенно вещи. Но мы находим некую связь между ними, там, измерениями. Но в нашей природе мы встретились с тем, что я не знаю, я могу представить. Есть черная дыра. Вам говорят, что... Нет, нет, ну нет таких. Ну, но давайте как модель. Есть. Как модель. Давайте вот как. Выдуманная модель, вот неверно. Там указывает, что свет, если туда попал, то туда не выйдет совсем. И мне напомнило, что выскочить из этой ямы между вот, из этих бесконечно малых чисел невозможно. Это первое такое открытие. Значит, там есть все структура поля. Понимаете? Это группы, все вот эти числа. Нельзя выскочить с помощью тех процедур, которыми мы научились работать. Сложение. Сложение. А умножение может, если вы умножите на омега, будет единица. И получается тоже открытие. Ведь всякое сложение в классической математике связано с умножением. Ну что такое 2 плюс 2? 4. Это 2 плюс 2. 2 раза. А тут какая-то тайна. Умножение по формуле Конвея нечто более сильное и не может быть сведено ни к каким сложениям. Скажи, пожалуйста, вещественные числа являются ли частным случаем чисел Конвея? Значит, на вещественных числах сложение и умножение имеют ту же силу, что и традиционно. Да. Но если нет, мы... Нет у него вещественных. Есть число. Вот определение. Знаете, какое определение? Число называется вещественным, если оно равняется следующему. Х минус единица на n типичный. Х плюс единица на n. Он тем самым вводит метод. Это действительно число. Значит, ну вот, сейчас за 5 минут я вам расскажу, что удумал я. Конвей сразу сказал, он даже приводит пример, что всякие последовательные происходимости у него отсутствуют. И он привел, что единица минус разделить на n не стремится к единице вообще. И показал, что между этими числами и единицей существует безумное количество его новых вещей замеров. А что придумал я? Я придумал следующее. Если рассмотреть ординал такого вида, омега, в степени мю, где мю больше или равняется нулю, тоже ординальное число. Это так называемые, как же они называются, главные числа
какого-то немецкого математика. Оно заключается в том, что любые ординалы альфа и бета, которые меньше, чем си, их сумма и их произведение будет меньше, чем си. Ну, например, омега в квадрате не является таким числом. Не является таким числом. Почему? Потому что омега меньше, чем омега в квадрате, умножить на или прибавить омега, и будет сразу уже равно. Понимаете? Но омега в степени омега, это будет первое после тривиального случая, а случай, когда мю равняется нулю, омега в степени 0 единица, это получается, когда кси равняется омега. Когда кси равняется омега, мы рассматриваем числа Конвея, которые родились раньше, чем омега. Это наши действительные числа. Наши действительные числа. И поэтому для такого мю я рассмотрел вот такие, такие отображения. Отображение в куда? Значит, мы назовем это так. Давайте О ставим. О Кси, значит, которые раньше, чем Кси родились, значит, и мы отображаем, то есть получаем такие последовательности. Х0, Х1, и так далее, Х альфа, и так далее, где альфа меньше, чем Кси. Больше. Это обычные последовательности. И в метрике, это же линейная типология, я могу рассмотреть предел. Лимит при альфа, стремящемся к си, х альфа. И оно будет равняться, ну, иногда равняется чему-то, иногда ложь. Ну, например, если оно равняется а, то определение очень простое. Когда будет предел? Когда для любого числа, можно взять, для любого эпсилон равно единице делить на альфа, альфа меньше кси, ну, маленькие числа. Но маленькие, но не очень маленькие. Потому что я ограничиваю их вот этим кси. Значит, если я возьму кси равным омега, то у меня для любого эпсилон, эпсилон единица разделить на n. Наши обычные числа. Наши числа. И тогда для любого эпсилон больше нуля найдется такое альфа существует, такое альфа 0, когда тех альфа больше, чем альфа 0, выполняется неравенство. Х альфа минус а меньше, чем альфа. То есть обычный наш формул. И выясняется, ну, для нашего случая, если... Прошу прощения, не надо закончить, сейчас начнется. Давай. Ну, еще скажем, так что посмотрите. Если мю равно нулю, то единственное стремится к нулю. Потому что ноль минус любое число будет меньше эпсилон, где эпсилон пробегает вот такие значения. Поэтому это действительно законные, действительно числа. И все здесь получается, более того, получается, что это одномерное многообразие и единственное одномерное многообразие. Потому что если мы рассмотрим вот этот случай и проведем там последовательность, то вот все действительные числа, они будут иметь пределы, но только с новыми хвостами. Не счетные последовательности, а вот такими. Понимаете? И они будут расходиться. Да, может быть случай, когда последовательность фундаментальная, потому что фундаментальная тоже ясно, тогда мы пополняем все фундаментальные последовательности, присоединяем к тем числам, которые мы знаем, что пределы есть, и получается уже, я назвал это действительно числа такие обобщенные, которые, которых можно ввести функции, дифференцирование, а вот интегрирование нельзя. Но и здесь
опорится этот момент чисто геометрически, вот когда там тригонометрию вводим, то там можно длину окружности можно определить без интегральной формулы. Хотя ну, вот, все, кто занимается этим, они говорят принципиально нет, потому что все эти пространства для кси равно вот этого и выше, они будут нет. И последнее, что еще нового, не закончившись. Дело в том, что любое линейно-порядочное множество можно дополнить до одномерия. Вот здесь вот это нумерное... Вот сейчас принятая топология. Да, в этой топологии вы просто эти дырки забиваете числами конвея, которые вот так. И получается, если вы умножите Rxi на Rxi, плоскость, там есть прямые линии, но там есть поразительная вещь. Есть две точки, которые нельзя соединить, через которые никакой не отдать. Знаете, что это значит? Это означает, что аксиома Эвклида по Дальцеву недоказуема. Потому что если бы она была доказуема, она бы противоречила этому факту, что в этой плоскости есть две точки, через которые не проходит ни одна прямая. В новой измененной системе аксиом недоказуема. Почему? Потому что Евклид все-таки для геометрии Архимедовой вещественных чисел. Там в базе лежат вещественные числа. Ну что, а почему бы для нового одномерного множества там есть, я ввел обобщенные... И в этом недоказуемо, а в старые вещественные. Дело в том, что есть некоторое утверждение, оно действительно... Вот, оно с очевидностью недоказуемо здесь, но без очевидности недоказуемо. Нет. Так. Ну, очевидно. Давайте, прошу прощения, мы должны убегать. Спасибо большое, Юрий. Огромное спасибо. Прошу прощения, что... Не очень ясно. Но очень много времени. Большое спасибо. Просим прощения участников другого семинара, что мы задержали. Спасибо большое. Михайлович, вы свои пишущие стики заберите, и сейчас я вам пишу стирающую тряпочку. Да. Тряпочку у меня... Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Ну, чисел. Алло. Да. Нет, конечно. Mm-hmm.